Добрый день, коллеги. Подготовлена к эксплуатации очередная машина. Это ризограф Риза серии RZ, модель 970i. Что из себя представляет данный аппарат? Это машина с планшетным сканером, с разрешающей способностью сканера и термоголовки 600 на 600 точек на дюйм. Укомплектована интерфейсом с USB-портом и сетевой картой. Машина с прекрасными характеристиками. Замечательный выносливый аппарат. Имеет русское меню, жидкокристаллический активный дисплей. Сейчас вам покажу физическое состояние раскатного цилиндра. Вот так он выглядит. Раскатный цилиндр данный прошел порядка 3 миллионов. Как вы видите, состояние просто идеальное. Да вообще, машины данного класса очень крепкие. И цена и качество замечательно сочетаются в данной модели. Термоголовка без полос. На 600 dpi машинах рекомендую использовать оригинальные расходные материалы, дабы достигать высокого качества печати. Показания счетчиков данного аппарата вы видите. По барабану я сказал, что барабан здесь стоял цветной, я поставил черный. То есть аппарат полностью готов к работе. Серьезная машина для решения задач на высоком уровне. Если у вас есть потребность в таком аппарате, пожалуйста, обращайтесь. Наличие машины данного класса, а также запасные части и расходные материалы к ним. Будем рады сотрудничеству.